Одно заведение находилось в подвале на улице Московской, а второе в неприметном строении на Курортном проспекте. Само собой, никакой вывески у игровых клубов не было, а в помещение пускал охранник. Но даже несмотря на все ухищрения, оперативникам удалось попасть в эти заведения. Как оказалось, игры здесь организовывались через интернет. Роль одноруких бандитов выполняли обычные компьютеры, правда, стилизованные под игровые автоматы. На Московской их было 16, а на Курортном проспекте 5. Все системные блоки и мониторы изъяты и отправлены на исследование. В отношении организаторов составлены административные протоколы. Проводятся проверки.